Утро добрым не бывает. Именно с таких слов начался 11-й день сборов для нашей команды. Всему виной погода. Шквальный ветер в сочетании с сильным дождем слегка подкорректировали планы Шерифа. В срочном порядке тренерскому штабу пришлось вносить изменения в рабочий процесс, поэтому утреннюю тренировку команда провела в тренажерном зале, где успешно поработала над силовыми качествами. Однако для Зорана Зекича сюрпризы погоды не стали неожиданностью. Хорватский специалист заверил, что особых изменений в подготовке команды не произошло. Зоран, в планы команды вмешалась погода. Вместо работы на поле тренировка в тренажерном зале. Это проблема в подготовке завтрашнего матча? Нет, это нет проблема. Мы когда шли здесь, знали, да, из погоды можно быть какая промена. У нас есть план А, план Б. Вчера сделали хорошую тренировку с хорошим нагрузком и игровые упражнения. И сегодня утром сделали тренажерный зал. Вечером, если дай Бог, едем на поле, все будет нормально. И все-таки у вас в планах было запланировано завтра две игры. Против Сараева игры не будет. Это тоже является какой-то проблемой в плане подготовки к сезону? Не-не. У нас была серьезная нагрузка каждый день. Есть еще проблемы, которые надо разрешить на тренировке. И у соперника Сараева тоже такой проблем есть. И поразговаривали, встречались. И у нас был договор, что лучше сейчас, что не бы играли. Что вы скажете о ближайшем сопернике, университете из Краева? Я уже смотрел две игры, у нас есть нарезки готовы. Команда, которая играет в серьезном чемпионате, серьезная команда. Играет много вертикальных пасов, агрессивных. Я думаю, что это будет хорошая игра для нас, хороший соперник и все. И еще, каково психологическое состояние наших игроков? Я думаю, что очень хорошее. Сейчас после первой недели много, очень много работали. Я знаю, что чуть устали, я сейчас должен так быть. Если сейчас будет трудно в чемпионате, будем много лучше. У нас вчера были и анализы, и разговоры. Я думаю, что все нормально. Спасибо. Спасибо вам. Владимир Хорошилов и Андрей Пасниченко. Футбольный клуб «Шериф».